по-моему, Ninja Gaiden как раз последний должен быть. Здорово, Декарт. Че там по звуку, нормально? Донди вроде громкая, но не сильно громкая. Так что, думаю, нормально. Ой, что-то я... Да, музон здесь топовый. Хотя, объективно, наверное, самый хороший музон во второй части. В третьей он чуть-чуть похуже. В первой не знаю. Сложно сказать. Какие-то треки есть неплохие, а какие-то так себе. По мне. Я, кстати, даже без разминки начал. Ну ладно. Первые уровни тут довольно простые. Вверх проблемно. Ну-ка, если так попробовать. Хотя нет. Так лучше. Хотя... Может, это мне поможет сверху? Бывает.
Апс. Еще есть проблемы с управлением. Но пока вроде терпимо. Пока игра прощает. Вот дальше, конечно, будет хуже. Сработал. Надо кнопку сильнее нажимать. Здесь вот кнопки не очень удобные расположены, плюс ход длинный. Я вроде бы уже много играю на нем, но не так мало. И сегодня привыкнуть не могу. Уже надо прям посильнее нажимать. Не бояться. Но я специально сделал там, где Famicom Snare обычно долбит, небольшое усиление эквалайзера и реверб такой, очень-очень слабый. Именно в этой полосе. Поэтому басы такие тут как бы глубже, чем они есть на Famicom в оригинале. Презенс, так скажем, есть. Присутствие. Более панчево.
и верхние частоты, как бы одновременно я усилил, но при этом я ослабил, чтобы, динамическим. Потому что есть моменты, когда они очень тихие, а есть, когда они очень громкие. И как бы так уравниваешь, как левелером. А средние частоты почти не трогал. А это уже особенность звукового чипа, что здесь его как такового низкого баса вообще нет. Саббаса точно нет. Он просто не поддерживает такие частоты. Плюс там шумов много. Очень. Если их усиливать, то и шумов будет много. Слишком. Обратите внимание, все фамикомовские хорошие треки фамикомовские, где есть бас, это либо Sunsoft, либо Konami VRC6, то есть дополнительный звуковой чип, в котором как раз этот суббас добавляют. Вот у Sunsoft дополнительный канал как раз басовый. Поэтому у Sunsoft можно такое добавить. Ну, если вот я сейчас включу Sunsoft игру после этой, ты услышишь разницу в басе. А если включу какую-нибудь другую, допустим, Konami, но не VRC6, то будет то же самое. То есть, по сути, это железное ограничение, в первую очередь. На Sega, кстати, тоже такое есть. Но на Sega есть два дополнительных канала, которые шумы создают. Именно noise каналы. И они это... Ну, могут что-то типа баса сделать, но определенного только. Ну да. Поэтому... Как говорится, ты не можешь усилить бочку, которой нет. Усилить того, чего нет. Ай, один удар. А, он меня убил. Фу, блин. Что-то я заговорился и... Бывает. Слушай. Здесь в основном снеры. Такие. Ритм задают. То есть кик он тут есть. Но только... Вот, например, здесь хорош. Он очень глухой. Да. Тихо. Что такое? Тоже как бы возможно. Вот в этой мелодии, кстати, очень заметен. Тоже глухой кик. Ну, потому что он не может быть ниже. Плюс это синтезированный инструмент, он
не умеет сразу во много частот, чтобы и в басе ударить телом, и клик сделать в высоких частотах. Такого он не умеет, к сожалению. А вот на Мегадрайве уже частично можно. Ну да, там еще и мелодия такая была сама. Пружина, конечно, тут кликает в крестовине. Интересно, в интернете есть ROM японской версии, но с переведенным текстом? На хотя бы английский. Наверное, есть. Надо посмотреть. Вот здесь хорошая барабанная партия.
внезапные повороты, твистеры. Что еще? Повеселее музыка. Такая почти попсовая, довольно забавная. Стрял в одном месте. Все. Трупец. Ну да, очень похоже на что-то такое. Блин, из-за того, что влево-вправо мне тяжело разворачиваться в таких местах. Умереть проще пареной. Да, прыгай, а не стреляй. Да. Выбираешь из списка, по-моему, 15 можно выбрать. Ну, там есть платная подписка, но она что-то баксов 10, что ли, в месяц. А у тебя просто больше набор этих элемотов, поэтому... Ну, такое. Можно, конечно. Но для нашего региона просто 10 баксов в месяц это много. Ладно, давай сосредоточимся на игре. Тихо.
Ну да, как бы могли бы промежуточно сделать там какой-нибудь бакса 4 и потом уже баксов 10. Ага, мой любимый японский третий ниндзя рюкенден. Ага. Ну, где-то в топ-20 она 100% лежит. Независимо от жанра и прочего. Как по мне, так самый сбалансированный из всех гайданов на всех регионах. Хотя вторая часть тоже мне очень нравится. Но там последний уровень переборщили. Да, это у меня почти челлендж такой. Играя на фамикомовском джойстике, который неудобный. Особенно вот вверх нажимать, например, спешл делать. Я вот потихоньку всякие игры пробую играть на нем. Особенно свои любимые в первую очередь. Ну, тяжеловато, надо привыкнуть. Особенно вот к этим кнопкам и кверху. Но, честно говоря, когда я его заказал, ну... Я его на аукционе выиграл недорого. Я думал, он будет прям вообще отстой. Ну, то есть, я даже игры пройти не смогу. Но нет. В общем-то, на нем хуже, конечно, чем на геймпаде играть. Но можно. Если игра не сильно сложная, то в целом можно. То есть, какой-нибудь Punch-Out я точно не пройду. А вот что-нибудь попроще, типа Чип и Дейлов, без проблем. О, кстати, точно ЧПДЛ первый еще надо будет. Гремлин на вторых. Ну и как мастера переиграть. Ну, третий-то гайдан, чего не тащить? Тут читерский меч. Бесконечные канты. То есть, тут сама игра очень добрая к игроку. Вот, кстати, вторую часть я, возможно, не смогу пройти. Именно финальную миссию с боссом. Но надо будет попробовать тоже. Блин. Понятное дело, что я с третьей части начал как с самой простой. Я вообще людям часто рекомендую именно с этой части начинать, японской. Как для знакомления с игрой, серией. Ну да, конечно. У меня обычно вебка вот сюда направлена. На фамике. Вот геймпад его родной. Без турбокнубок. Да, блин. Все еще недостаточно сильно иногда нажимаю.
финальная часть. Ну или так. Но первую часть, с первой части как раз начинать, наверное, самое не очень. Вообще, по-хорошему, наверное, надо со второй начинать. Потом третья как раз покажется изи после второй. А первую это уже только знаешь, когда ты закоренелый хардкорщик, который хотя бы пару сложных игр побил. Других. Что-нибудь типа... Ну, я не знаю. Какого-нибудь Бэтмена на Sunsoft или... Даже сложно сказать. Ну, или хотя бы второго Ниндзя Гайдена для начала. Или Каги, например. Который Нацуми. Удар все-таки очень тяжело делать. Мне кажется, из этого верх удара я кослу, например, не смогу пройти первую. Какие вещи. Вот здесь музыка крутая, Текард, послушай. Да, смотри, как компрессор гуляет. Очень драйвовый саунд. Ну да, я все-таки сервисный инженер по железу. Нет, тут музон прям вообще. Вот эта мелодия, наверное, моя любимая в третьем Гайдене. Если не считать... Ну как? Одна из самых. Она такая тут прям очень в тему, помимо всего. Ну, спасибо за фол. Да, мне же зарывало. Что-то я тупанул. Ну, вообще, да, я бы так и так, наверное, умер. Блин, лучше здоровье не тратить. Этот лазер так медленно летит. Фамиком, Супер Фамиком, пару мегадрайвов, Sony PlayStation 1, 2, PSP. Ну, есть еще пару геймбоев, но с них стримить не могу.
Еще купил недавно Сатурн и Dreamcast, но с них пока тоже пока стримить не могу. Попозже. Надо эмулятор привода купить. Я их вот только начал модить, чинить, кондеры менять, батарейки. Еще надо время. То есть у меня получается почти все Сеги, а среди нинтендовских только Famic и Super Famic. Ну а Сонька получается PSP первые две. Грубо говоря, так. Что, получается, я один раз конт использовал, да? В принципе, если бы потренировал еще, можно было и без контов. Ну ладно, и так пойдет. Спасибо. Сейчас тогда, кстати, Текард, включу Гремлины 2 из-за музыки. Послушаешь бас. И попробую их. А потом следующее я попробую... Мастер переиграть после Сансов то и Гремлинов. Кстати, Шмидц, у меня вот эта вебка, которая с точками, с такими небольшими, это этот VHS-камера старенькая. Которая вот через вот эту штуку, апскейлер, из композита HDMI делает. Не, Shatterhand-то я на геймпаде-то еще пока не прохожу. В следующий раз. Чё, холодно, да? У нас холодрыга. Это вечно под одеяло ползет. Да? Холодно. Ну да, у меня он сзади стол рабочий. Паялкой и разобранными консолями как раз. Давай ты будешь играть вместо меня. Не роняй. Вот так вот тогда. Будешь так? Нет? Ну, типа того. А второй код, это, она сестры, она стеснительная. Она так просто не придет. Не знаю,
может быть, так лучше. Мия. Вообще, если так подумать, Ниндзя Гайден, Рикиден, наверное, одна из лучших серий на Фамике. С ними получилось.